Во всех населенных пунктах нашей страны в первый день осени нарядно одетые школьники с букетами наперевес отправились в школу. Не стало исключением и Захаровская средняя школа, которая, отдохнув за лето, вновь распахнула свои двери. Школьные коридоры вновь наполнились топотом ног. Родные парты встретили изрядно подросших за лето учеников. Начался главный школьный праздник традиционно, с торжественной линейки. Совсем недавно мы с вами стояли здесь на линейке 3 месяца назад и выпускали выпускников 2015 года. А вот сегодня, буквально прошло совсем немножко, кажется, закрыли глаза, открыли. Мы снова с вами здесь и вас совсем не узнать. Я вас сегодня всех не узнала. Вы так подросли, вы так возмужали. Вы стали совсем взрослыми. Я очень рада вас сегодня видеть. Как и любой праздник, День знаний не обошелся без приглашенных гостей. Так правительство Рязанской области поздравило ребят с новым учебным годом. Дорогие ребят, уважаемые учителя, уважаемые все присутствующие, от имени губернатора Рязанской области Олега Ивановича Ковалева поздравляю вас с Днем знаний. 1 сентября – это особый праздник для каждого человека, независимо от его возраста и рода занятий. Для каждого из нас школьные годы навсегда остаются в памяти как время серьезной работы и первых побед, творческих открытий и выбора будущей профессии. От того, насколько крепкая и прочная основа заложена в школе, насколько современно и ярко способен мыслить молодой человек, во многом зависит наше общее будущее. Традиционно больше всего осеннему празднику радуются те, кто в этот день впервые идет в школу. Можно сказать, что 1 сентября для первоклассников начинается совершенно новая жизнь. Этот день является для них очень волнующим и запоминающимся. Приветствуем учащихся 1 Б-класса. Свою первую, самую главную книжку «Азбуку» они будут изучать с братьями Валентиной Ивановной. Ну и, конечно, 1 сентября – это больше, чем День знаний. Это день встреч и важных перемен.